Так ты проходи, проходи. Вон там моя комната, а я сейчас принесу вкусных. Ну что будем смотреть? Спустя 2 часа. Ох, обалденный фильм. Ну что, где мне ночевать? Идем за мной, у меня как раз есть свободная комната. Вот здесь ты будешь ночевать. Давай спокойной ночи. Утром. Ох, доброе утро, Флоп, ну что, давай завтракать. Да, давай, я как раз бутерброд сделал. Вкусные бутеры. Я, кстати, наверное, сегодня уйду ближе к обеду. А ну если сегодня, тогда у меня к тебе есть один сюрприз. Держи, травматический пистолет. На всякий случай. По-любому пригодится. Спустя 2 часа. Ну ладно, Флоп, я тогда пошел. Спасибо, что разрешил остаться на ночевку, я тебе очень благодарен. Тогда давай пока, еще увидимся. Так куда бы мне пойти? Слышь, малявка, гони бабло и деньги, а не сейчас как дам. Не на того напали. Run. Шлёпа, быстро садись в машину, тебя сейчас этот алкаш догонит. Ребята, а вы кто? И куда мы едем вообще? Шлёпа, ты чё не узнал? Это я, Лёха, а это мой друг Захар, ему 19. Нам Флопа позвонил, сказал, что на тебя гопники напали, он из окна увидел, и вот мы сразу поехали. Еще он рассказал, что ты из дома сбежал. А мы как раз хотели на дачу ехать, вот решили и тебя забрать. Но ты как хоть? Да я то норм, вот мне Флопа дал травмат, вот я и отстрелялся. Тот как заорал просто, я пока бежал, чуть не умер от смеха. Во время вы приехали еще бы чуть-чуть, и он бы меня догнал. Спасибо вам, ребят. Слышу знакомый.